Один из наших проектов – это трансформация нормативно-технического регулирования. То есть это подход к формированию нормативов таким образом, чтобы они были понятны и человеку, и машине. Раньше в Казахстане было, наверное, парочку застройщиков, кто осознавал ценности как раз цифровизации. Сейчас уже людей становится больше, компаний, представителей компаний становится больше. Они уже понимают, о чем идет речь. Это уже радует, да. Наши перспективы такие, что в ближайшие 5-10 лет мы можем быть лидерами рынка, так как именно наше уникальное предложение пока не могут предоставить никакая другая компания. Любая технология, она требует прибыльности, она требует не просто удобства, ноу-хау, она требует то, что, чтобы на нее были вынуждены люди перейти. Точно так же, как пока, как простой пример, пока выгодно копать лопатами, котлован не будут копать экскаватором, если экскаватор очень дорогой. Так и с цифрой. Мы приехали в Казахстан, чтобы показать застройщикам платформу визуального контента, которая помогает хорошо продавать свой ЖК. С помощью нескольких модулей. Это генплан, виды из окон, это преимущества, это планировки, это виртуальные шоурумы. С помощью этого можно легко продать клиенту достоинства все своего ЖК. Да, мне понравилась презентация Settle Group, их системы контроля вот всех 50 проектов, как они их контролируют. Это однозначно то, что откликается у меня, и то, что мы будем делать в будущем, мы будем стремиться к этому. Коллеги, бывает, оставляют неразработанные вопросы и проблемы некоторых жильцов. Мы сами еще обслуживаем, помимо этого мы еще идем обратную связь, слышим ее.